Ютита Парсваканасана. Давайте сделаем вдох и подпрыгнем, расставив ноги широко на полу. Разворачиваем правую ступню в сторону. Обращайте внимание на то, чтобы тело стояло ровно, образуя одну линию от правой пятки до середины левой ступни. Теперь сделаем вдох, а на выдохе сгибаем колено, входя в позу Вибхадрасана 2. Образуем прямой угол с согнутым коленом. Давайте согнем ногу вот до такого уровня. Теперь делаем глубокий вдох и во время выдоха наклоняемся в правую сторону. Таким образом, чтобы прямая правая рука оказалась перед согнутым правым коленом, опираясь на ладонь. Выпрямляем левую сторону так, чтобы торс держался прямо. Расправляем левое плечо, открываем грудную клетку. Вытягиваем левую руку за голову, голова повернута вверх, смотрим в потолок. Ладонь левой руки обращена вниз. Следим за тем, чтобы левая нога оставалась прямой. Колено вытянуто, мышцы бедра подтянуты, ягодицы напряжены. И продолжайте выворачивать правое колено назад. Используйте правое предплечье для того, чтобы оттягивать согнутое колено назад. Старайтесь вывернуть его как можно дальше с помощью правой руки. Продолжайте следить за дыханием. Вдыхайте, выдыхайте через нос. Растягивайтесь. Делаем вдох и поднимаемся. Теперь давайте проделаем эту позу с левой стороны. Опять же проследите, чтобы тело образовывало прямую линию. Делаем глубокий вдох, а на выдохе поворачиваемся в позу Вибхадрасана 2. Давайте задержимся в позиции Вибхадрасана 2 на несколько секунд. Наше согнутое левое колено образует прямой угол. Теперь давайте потянемся в левую сторону, тянемся корпусом вперед, опускаем левую вытянутую руку вниз, ладонь упирается в пол перед согнутым коленом. Выворачиваем назад правую сторону бедра, талии и плеча. Вытягиваем правую руку за голову, ладонью вниз. Левая рука оттягивает назад левое колено, вытягиваем все тело, правая нога остается прямой, работают все мышцы ног. Эта поза помогает стимулировать работу кишечника, поскольку развороты торса обеспечивают его массаж. Лодыжки, колени и мышцы бедра приведены в работу, сокращается лишний вес в области бедер и талии. Продолжайте работать ногами, колени прямо, мышцы подтянуты, вытягиваемся всем корпусом. Не забывайте оттягивать левое колено назад при помощи левой руки. Делаем вдох, поднимаемся, подпрыгиваем и ставим ноги вместе.